Кто отобрал бриллианты у Никиты Михалкова? На что потратили деньги китайские супруги, продав родную дочь? И какое жестокое убийство потрясло Латинскую Америку? Самые резонансные события далее в обзоре. Суд признал 4 чилийцев виновными в жестоком убийстве гомосексуала Даниэля Самудио, совершенном в начале марта. Его несколько часов били стеклянными бутылками, а осколками вырезали свастики на теле. Молодой человек скончался от полученных травм. Убийство вызвало широкий резонанс в Чили. Менее чем через месяц после его смерти Национальный конгресс принял закон об уголовной ответственности за дискриминацию представителей секс-меньшинств.